Бросай курить, вставай на лыжи. В Магнитогорском экопарке прошло 13-е первенство правобережного района по лыжным гонкам «Искристая лыжня». Начинавшееся как районное соревнование для школьников, сегодня оно превратилось в одно из самых массовых спортивных мероприятий города. Ежегодно его участниками становятся несколько тысяч любителей зимних видов спорта разных возрастов, как из Магнитки, так и из близлежащих сельских районов. За всем происходящим на лыжне наблюдал мой коллега по студии. В этом году число 13 стало для администрации правобережного района знаковым и счастливым. Именно в такой раз на территории экологического парка стартовало полюбившееся для многих магнитогорцев первенство по лыжным гонкам «Искристая лыжня». Вот так весело и задорно поднимали настроение всем собравшимся в экопарке спортсменам и болельщикам творческие коллективы города. А рядом была организована полевая кухня. Солнышком порадовала спортсменов мартовская погода. Председателя городского собрания депутатов Александра Морозова она даже вдохновила на стихи. 8 марта на носу. Уже пора искать подарки, а мы все ходим в экопарке. Стоим! На нас спортивная одежда. Вокруг лежит последний снег. Лыжня по имени Надежда. Мы начинаем наш забег. И уже несколько поколений выросли на искристой лыжне. То есть с первого класса начали, выпустились и уже бегают как профессионалы. Сразу после официального открытия на старт вышли спортсмены с приставкой VIP. Чиновники, политики, бизнесмены и общественные деятели. Рекордов скорости солидные люди, конечно же, не били, зато показали многим забывшим о спорте коллегам, что такое держать себя в форме. На самом деле, времени для занятий спортом у нас очень мало. Выходные дни и не всегда выходные. Поэтому такие праздники, как сейчас, у нас есть повод для того, чтобы встать на лыжи. Перемена обстановки, перемена рода деятельности. Это здорово, это классно, всегда яркие впечатления всегда остаются, поверьте мне. Вслед за кабинетными работниками тарить лыжню отправились семейные команды. Здесь на лыжи вставали магнитогорцы независимо от возраста. Всего же в этот день состоялось 12 искристых забегов. В них приняли участие более 3000 человек. Станислав Юдин, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН.